космическую историю, которую вы придумали? Мы решили сделать все очень просто. Мы нашли секретную лабораторию космическую. Тоже сам институт МАИ тоже забыл об этой лаборатории. Там очень много космических объектов под грифом «секретно». Некому просто эти объекты рассекретить. Всплеск новой волны интереса к ретро-фантастике. Ретро-футуризм а-ля 70-е, Москва-Кассиопея, когда люди мечтали о чем-то по-настоящему великом.